доброе утро. Иду за хлебом. У меня уже закончился. Я под Новый год купил 2 батона аж. Вот мне хватило где-то на, получается, почти 3 дня. Ну, почти. Потом сейчас вернусь по завтраку и пойду к грузинскому консульству. Вот, посмотрим, какая там обстановка. Я сегодня вышел в куртке. Вот, писали, что будет днем плюс 11. Но сейчас как-то прохладно. Я вот думаю, наверное, вот ветер тут дует сильный. Как-то прохладно. Я думаю, надо будет, наверное, если я пойду к консульству, то надо поменять куртку. Не знаю, я сейчас подумаю. Сейчас еще и вот иду. Насколько холодно или жарко. Но я бы, наверное, поменял. Хотя днем будет потеплее уже. Потому что сейчас с утра только плюс 6. А днем обещают плюс 11. Вот даже не знаю, вроде как сейчас иду уже, вроде как не так холодно даже. Не знаю, ну вообще все сербы одеты очень легко. Ну, какие-то вообще в кофтах ходят. Вот. Так что. Никого. Офигеть. Смотри. Да.
Доехал я до консульства Грузии в Сербии, в городе Белград. Вот само консульство на фоне меня. И вот флаг у них висит. Ну и кроме меня и продавца, мужчины со шнурками, никого нет. Вот Краля, Милана, 31. Вот такой вот вид из консульства. Особо никого нет. Погода хорошая. Плюс где-то 8, плюс 9. Такая вот небольшая. Ну, еще немножко, я думаю, постою, где-то, может быть, час, ну, полтора, вот, и, в общем, вот так вот, посмотрим. Да, я, конечно, смотря в чате, сколько приходит в других городах, там, конечно, побольше, не как здесь, здесь совсем мало, ну, никого нету, вот, но учитывая, что... Нет, но учитывая, конечно, что сколько в Сербии людей живет, плюс к тому, сколько переехало из России, и, в общем, очень странно все это. Вот, наверное, вот еще мужчина тоже пришел. Вот, в красной куртке, наверное, тоже. В честь акции. Okay, Koala. Okay. Yeah. Have a nice stay in Belgrade. Yes. Serbia. Yes. You too. Thank and you. And enjoy. Yes. See you. Ну ладно, он не в теме. Ничего. Ну видишь, у меня английский, я как бы, ну вот не все слова прям. Ну я понял, у нас примерно одинаковый уровень английского. Не, в смысле, а ты видео хочешь или? Ну я просто буду как, ну блоги, как знаешь, на YouTube, как блоги снимают, просто снимают. Да не, просто, знаешь, как вот так не сделал. Так, подожди, давай мужика в оборот-то возьмем. Вот этого? Привет. По акции, Фегин? Какой? Нет? Фегина не смотришь? По-русски? Ну да, да. Фегин. Фегина знаешь? Арестовича? Услышал, да, что-то. Украина, война. Да, это, конечно, это слышал. Ну да. Вот, сейчас акция идет. Пользу Саакашвили в Грузии, знаешь, его посадили? Да, я слышал, что он в тяжелом состоянии, да. Вот, и сейчас, короче, Фегин с Арестовичем, ну, знаешь, они программу ведут, да, каждый да, день. Да, я слышал, ну, я видел, но я не каждый день ну, смотрю. Ну вот, и сейчас, короче, акция проходит, ну, в честь его, Саакашвили. Понял. То есть, Safe Mission. Ну, ты случайно здесь? Конечно, да, да я пришел, я вот деньги менял, мне в банк нужно срочно. Понятно. А мы думали, ты по акции тоже пришел. А, нет. Жалко. Да не, мужики, я бы это, мне просто бежать реально в банк нужно, карту забирать, потому что там... Ну тогда угости сигарет. Конечно, да. Че, вы откуда? Из России. Не, я не курю, спасибо. Да? Я из Питера, Люксов. Я из Москвы. Я из Москвы тоже. Какая контора? Team ID. GMD? Не, нет, да, забейте, я там САПом занимаюсь, там компанию много. Понял. САПом? Поддержка. Система развития. Нет, САП. Команду набираешь, что ли? Да нет. Ну, САП это... А, САП, управление все. Деятельностью предприятиями, это как 1С, это аналог, только САП. Немецкая. Она это... Да, я понял, да. У нас это тоже, я работал. У нас 1С все равно осталось, но САП внедряли. Ясно. Давно ли? Ну, я вот месяц только. Месяц? Да. А, то есть это третья волна мобилизационная. Не, я давно уехал. Ну, в том плане, что я еще в Узбекистане сюда. Жил, вот, там какое-то время, а потом решил сюда перебраться, так как в основном связано с тем, что, ну, удаленно, чтобы работать, вот, как бы хотят, чтобы в Европе был человек. Ну да, тут поближе, конечно. Я, кстати, с июля, а ты? С июля? Не, я с конца сентября. А, то есть ты мобилизационный? Ну да. Я так, три волны считаю, ну, первое начало войны,
этапа. Потом плавная летняя, вот эта яхта, которые просто поняли, что тухляк надо валить. Ну, конечно. И третья мобилизационная ванна. Сейчас вроде как еще одна. Да, сейчас вот в январе хотят сделать еще одну. Да не дай бог. Скорее бы весь этот вообще кошмар закончился. Ну да, да. Да не, ну конечно, это ничего хорошего. Это и люди погибают, да, это территория. Ну вообще это не для... это бессмысленность просто, ну, тухляк. Присоединяйся, у нас тут небольшая движуха есть. Вот в Пазату субботу был антивоенный. Это такой локальный, видимо, не очень популярный. Ну, он получается... А, посольство Грузии здесь, все, да, я понял. Это... А я ETL искал просто. Я сначала деньги ETL на телефон положил, потом деньги поменял, и сейчас в банк поеду, потому что в Райффайзене по какой-то причине не меняют с евро на местную валюту, и невозможно значит, на счет надо положить. Подписаться на канал Serbia Exchange Rates. Там бот каждый день скидывает свежие эти котировки. Слушай, кстати, ну это да, надо, надо. Вы не подписаны? А я подписан, да, я сразу понял, о чем ты говоришь. Да, да, да. Я тоже, пожалуй, подпишусь. В общем, не, ужас, конечно. Да, к сожалению, вот... Вот он, вот так вот называется. Вот. Все, нашел, нашел. Нашел. Ура, да. Да, мужики, спасибо большое. Я тоже его смотрю, потому что я это меняю. Вот. Но там, знаешь, что написали в комментарии? Ну, типа, админы, не админы, я смотрел. Короче, они написали, что они же берут эти котировки с сайтов этих всех банков. И иногда бывает, что эти сайты не обновляют, могут, ну, 1-2 дня не обновить. Там одни и те же могут быть. Но это редко, но такое может быть. Потому что там кто-то начал писать, типа, ну, какие-то курсы, типа, непонятные, одни и те же. Ну, говорят, что это мы же с сайтов берем. Ясно. Мужики, если кто-нибудь год бы назад бы сказал, что я в Белграде хожусь, я бы реально... Да, я тоже. А то мы речь, да, я тоже бы... Я бы сказал, ну, чушь, не пари. Что сначала, да, в Узбекистан, потом... В Сербию прям. Ну да. А ты сам из Питера? Да, не, из Москвы. Родился, да? Да. Здорово. Ужас вообще. Ну да, это сейчас разрушают страну всю, но... Ну самое страшное еще, что конца и края этому не видно. Ну да. Признаться, да. Вот еще надеялся, там были какие-то переговоры, я думал, что договорятся. Но как-то наивное у меня было, ну, такое же. Да, как-то какая-то надежда какая-то. Что ночью-то все получится. Ну нет, да, это... Я тоже, я считаю, что это уже все до конца будет идти. Да не знаю, да может быть все-таки. Не, ну его либо убьют, либо он сам умрет. Ну, да я не ну а как по-другому? Ну он бы уже бы остановился тогда. Тем более у него в заложниках Навальный. Он сейчас скажет, убиваем его, что он там сидит. Только это мозолит мне. Ну, может, ну, убивает. И тогда чего? Ну, Европа, там, Америка, да, они еще какие-то санкции ведут. Ну, просто надо более какие-то, я бы, жесткие санкции такие, которые именно, чтобы вот... Есть же Навальный, команда Навального выпустила же этот список этих всех депутатов, артистов. Вот на них прям жесткие. Не пускать в Европу, всех изгнать, отправить, депортировать, ну, в их страну. Да, да, чтобы, да, да. Получается, в большинстве, как бы, да, мы за санкции, но эти санкции как-то... По людям больше. Слушай, как бы если бы Европа пользовалась вот такими действительно серьезными человеками, то бы ничего и не было. Вот Путин, ну, прекрасно, да, знает, что они там очень мягкие, ну, поэтому, да, и начали, да, ну, вот, хулиганить. Ну тут еще же такой момент, объективно же есть, ну, большой процент поддержки у населения. Да, потому есть. Потому что вот я со слов, вот за что купил, зато продал. У меня одноклассник, соответственно, где-то в студенческие годы, он был участником, я не знаю, как правильно это организация, но, в общем, которая, ну, не штаб Навального, а что-то, ну, вроде, да, там, да, наблюдателем на выборы ходил. Да, в общем, да, где-то, ну, это в Москве, от Навального. Да, в Москве, в центре ходил наблюдателем и говорит, типа, я, типа, ничего не понимаю, 80%. И реально они следили, все, люди пришли, проголосовали, то есть, сами за Путина, ну, тогда вот были, да, когда. Да, да. 80% это Москва, центр, то есть. Ну, да, это с этим я согласен, вот это оболваненные люди, ну, как-то вот я... Грустно. Просто, ну, не хочу вас, москвичи, обидеть, но я и сам, ну, Питер тоже. Да не, ничего не обижает. В том смысле, что вот, ну, в наших городах жизнь-то хорошая, если честно. Ну, а нормально, вот, да. Остальная Россия, ее прямо доят почем. Ужас, конечно. Это я согласен. Тоже вот у нас в Москве каждый год устраивают вот эти вот, вешают на Новый год украшения. Я говорю,
не нужны они нам, не нужны, заберите. Вот у нас строят метро новое. Я вот как москвич, я с детства, да, там, оно, вот это сейчас новое кольцо начали делать. Удобно, конечно, там сел, у меня там вообще 7 минут теперь дойти, ну, там, кто остался, доходит. Но я говорю, если вы хотите, ну, не то, что хотите, я бы это отменил, бы это новое метро и сделал где-нибудь в Рязани дороги, людям бы помог. Мне не надо, это достаточно того, что есть. Но вместо того, чтобы нам, я согласен, ну, чтобы... А мы в Питере ходим, вот как в Москве-то строят, у нас одна станция там годами открывается, вот в Москве строят. Но это незачем, понимаешь, они да. это дебилы. Да есть зачем, да, ну... есть. Надо везде все строить. Да главное-то деньги-то есть, то есть, да, ну, да. если посадить. Я, конечно, я вот, ну, как бы, бюджетированием не занимаюсь, вот это все, но как мне кажется, по моему обывательскому мнению, что, наверное, деньги есть, их, наверное, можно было действительно перераспределить да, как-то более да. справедливо и чтобы. Потому что, нет, вот ужас, я вот прожил где-то полгода в Норильске, я там в командировку ездил, ну, там вообще кошмар просто, это вообще ужас там, ну, то есть, ну, ладно, там климат суровый, но вообще и сами дома обшарпаны. Да, да, да. И вот, кстати, и в Борзе был, это, ну, там где-то около 3 месяцев я прожил, это как-то Варламов даже ролик снимал, лучший город России по качеству инфраструктуры. Ну, не могу сказать, что там прям ужасно, но я был зимой, там еще снег натоптанный, видимо, как-то, ну, более-менее еще было. Вот, а так, как бы, ну, ясно, что, ну, все, да, как-то очень. Согласен. Так что, ладно, мужики, давайте я побежал. Да, давай, приятно да. было. Приятно познакомиться. Подписывайся на канал вот. Фегера. Да, на Фегера. Почаще Фегера смотри, популярную политику. Встретили парня, подумали, что он тоже пришел на акцию, но вот... Он оказался просто мимо проходил, но он в теме, что происходит, да, что сейчас вот идет там, что Саакашвили сидит, но вот он, к сожалению, оказался не по акции. Вот. В общем, нас, кстати, теперь двое. Вот еще Алексей, да? Да, да. Вот Алексей пришел. В общем, мы теперь вдвоем вот стоим, но больше пока вот никого нету, к сожалению. Вот. Пришли поддержать, да, Михаил Саакашвили, желаем ему выздоровления. Ну да, чтобы его... Ну, и выздоровление, чтобы все-таки отпустили его. Как-никак, чтобы его выпустили и не держали. Ну, это не все. Он великий реформатор, и я лично в Грузии не бывал, но по слухам из тех моих друзей, знакомых, кому посчастливилось там быть, за его правление Грузия расцвела. Mm-hmm. И этот человек определенно не заслуживает тех испытаний, на которые ему ну, да. навесили нынешние власти. Да, это... Ну, примерно... Почти то же самое, как с Навальным. Ну, почти что, наверное, может быть. Я не знаю, хуже. Ну, короче, в общем, такая же тема. Вот, поэтому, чтобы его отпустили, чтобы он выздоровел и не умер в тюрьме. Это, ну, в общем, вот. Ну, в общем, вот Сербия вот такая вот. Люди гуляют, ходят. Вот дядечка продает шнурки и... Флаг развивается поле. В общем, такое вот небольшое консульство. Сейчас мы уже сколько стоим-то? За полтора часа, да. Ну вот, мы полтора часа, кстати, вот, ну почти с 12, но я думаю, что если был бы кто-то в 12, то он бы и стоял бы здесь. Вот, соответственно, мы уже вот тут, получается, сейчас половина четвертого, да? Это. Не половина четвертого. Половина второго, да. Ну вот мы полтора часа постояли. Ну еще, может быть, сейчас полчасика и будем уже расходиться. Ну, не думаю, что кто-то придет еще. Уже время так нормально прошло. Вот так что. Вот так вот. Мы тут митингуем, и вот ребята привезли вот стиралку. Какие-то вещи, в общем, переезжают люди. Вот. Куда-то, не знаю, в консульство пойдут, что ли, интересно. Сейчас посмотрим. Да, ей тяжело будет. Уф. А, нет, он... Ну, давай. Да, хвала.
хвала. А я подумал, они это, оттуда как-то вышли. Не, ну вытащили оттуда. А, они оттуда вытащили? Да, да, да. А, вот из консульства, вот уже, видите, в честь акции у них, вон, забрали уже стиралку. Да. Ты вон со стиральной машины главное контакт. А. Вот это бомба будет. Все. Если... Ну, давай, давай. Не, если будешь монтировать и не включишь, тогда мне просто отдельно скинь. Я... Не, я включу, я могу и отдельно кинуть, да. Все, мы, в общем, постояли 2 часика. Вот. Особо больше никто, никого не было. В общем, вот такое вот консульство Грузии. Вот. Сейчас, кстати, даже сделаю фотку. Ну, в общем, мы уже все собираемся, потому что тоже... Но, скорее всего, рабочий день, и поэтому мало кто пришел. Надо было выходной делать день, это было бы лучше. Вот консульство Грузии находится вот в таком вот месте, красивом вокруг. Я жду трамвай. Наверное, вот на тот трамвай я сейчас сяду. Там вот зелененький трамвайчик едет. Да, вот он, 7-й, мы сейчас на нем поедем. Вот такой приехал старый трамвай. Иду домой. Сегодня в итоге все-таки, хоть и светит солнышко, но все-таки прохладненько. Я бы одел куртку потеплее, потому что ощущается, наверное, градусов плюс 8 сейчас, но ощущается как плюс 6, плюс 7 где-то, вот. Поэтому куртку я бы одел потеплее. В общем, на нашу акцию Фейгина пришло всего 2 человека. Но, как я уже говорил, все-таки, я думаю, это из-за того, что сейчас рабочий день, и все работают. И мало кто мог подойти. Если бы выходной день, то, скорее всего, пришло бы больше людей. Ну вот, к сожалению, вот, мало пришло. Вот так вот. Вот у нас вот такое солнышко светит.